Здравствуйте, в эфире программа «По существу». Меня зовут Галина Титарчук. В эти дни по всей стране проходит неделя финансовой грамотности. С 17 по 24 апреля по всей России, от Калининграда до Владивостока, проходят всякие различные финансовые активности. И в Чувашии в том числе. Сегодня поговорим об этом с нашим гостем. Знакомимся. У нас в гостях начальник отдела Министерства финансов Чувашской Республики Евгений Маскин. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, неделя финансовой грамотности стартовала. Что интересного ждет Чувашию в эти дни? Да, действительно, неделя финансовой грамотности для детей и молодежи с 2017 года является частью стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации. И направлена она для формирования финансового поведения грамотного, который впоследствии приведет к повышению качества уровня жизни каждого человека и гражданина. Следует отметить, что в Чувашской Республике к данной программе подключились все образовательные организации, и все эти активности будут проходить на их базе. Причем это могут быть как очные мероприятия в виде лекций, так и различного рода семинары, игры и очень большое множество различных финансовых активностей. А насколько важно быть вообще финансово грамотным вот в наши дни человеком? Ну, финансово грамотным человеком быть важно, потому что вопросы финансов касаются всех сфер жизни современного человека. И от уровня финансовой грамотности, как я уже сказал, зависит и качество жизни каждого человека, так и социальная и экономическая стабильность в стране. Следует отметить, что повышение уровня финансового образования ведет к снижению финансовых рисков, а также к увеличению количества финансово образованных людей, которые формируют финансовую подушку, составляют личный финансовый план, знают, какие имеются мошенничества, сопоставляют прибыльность и доходность, ну и также знают, как защитить свои права. Вот как вы считаете, с какого возраста важно знакомиться с финансами? Вот неделя посвящена детям и молодежи. То есть это какой? Это садик или это все-таки школа? Или, может быть, это студенты? Ну, мы считаем, что основу финансовой грамотности следует закладывать даже с самого младшего возраста. То есть и у нас были такие наработки, что разработаны книжки, раскраски интерактивные для детей дошкольного возраста и также детей младшего класса. В Чувашской Республике имеются две опорные школы по повышению финансовой грамотности. Это гимназия номер один Марим Пасада и школа номер один Батыревского района, а также три школы в городе Чебоксары. Кроме этого, курс финансовой грамотности преподается в Чебоксарском экономико-технологическом колледже и Цивильском аграрно-технологическом колледже. В прочих образовательных организациях курсы финансовой грамотности, они преподаются в рамках курсов основных предметов, как обществознание, экономика и прочие. То есть дети так или иначе все равно соприкасаются с какими-то основами финансовой грамотности. В школе им все равно так или иначе объясняют. Но важно ведь, чтобы и в семье тоже, и родители хоть какую-то вносили долю. И вот родители у нас финансово грамотные, чтобы объяснить своим детям уже, как поступать с деньгами вообще. Ну да, вот на основе всероссийского рейтинга по финграмотности наша Чувашская Республика признана была со средним уровнем, то есть мы в золотой середине по уровню финансовой грамотности наших граждан. И действительно, взрослые должны в первую очередь задумываться о финансовой грамотности своих детей и прививать им навыки финансово-грамотного поведения. И причем все это может быть не только на стандартных лекционных занятиях, либо каких-то, получается, начитках материала из книг, но это все также может внедряться в их жизнь через различного рода прикладные игры, какие-то интересные и познавательные вещи в мире финансов. То есть это могут быть и семейные такие уютные вечера, когда можно сыграть в какую-нибудь финансовую игру, в ту же самую монополию. Это какие-то основы, знания получат, да, ребенок? Да, конечно, через ребенок эти тоже формы очень легко. Хорошо, а как у нас банки, участвуют ли они в финансовом просвещении населения? Ну да, даже вот далеко не нужно ходить в рамках той же самой недели финансовой грамотности для детей и молодежи. Банки являются одним из партнеров данной программы. И они также могут приходить, их представители, в качестве экспертов образовательных организации для начитки различного рода лекций. Также могут организовать собственные семинары, открытые уроки, приглашать в свои офисы и представительства, чтобы люди воочию и дети могли увидеть, каким образом банки работают, что они из себя представляют.
То есть дети уже на практике видят, что система эта большая, банковский сектор занимает очень большую долю, да, в нашей да, жизни? Да, конечно. Несомненно, что повышению финансовой грамотности также способствует и проект «Безналичная Чувашия». Дорожная карта была утверждена 9 февраля 2018 года. Да, скажите. Действительно, у нас на территории Чувашской Республики проект «Безналичная Чувашия» реализуется второй год. Он призван, прежде всего, для увеличения доли безналичных платежей. Действительно, у нас на сегодня есть определенные результаты. Это мы можем в форме безналичных платежей оплатить проезд в общественном транспорте. Мы зачисляем заработную плату работников бюджетной сферы только на банковские карты. Мы также можем видеть то, что у нас увеличивается количество платежей и в сфере ЖКХ на территории Чувашской Республики. Ну и в целом мы видим, что различного рода безналичные платежи в общей массе они растут. И все это действительно происходит в том числе и по результатам реализации нашего проекта «Безналичные Чувашии». Но правда, что пользоваться безналичными расчетами тоже нужно уметь? Что здесь тоже возможны какие-то махинации, и нужно знать все подводные камни, подводные течения, и то же самое объяснять детям, которые могут пользоваться той же самой карточкой родителя, знать, где таится опасность. Да, конечно, мы действительно должны прививать финансово грамотное поведение не только своим детям, но и сами должны замечательно понимать, каким образом всеми этими вещами пользоваться. То есть жизнь, она не стоит на месте, и каждый день появляются новые схемы различного рода мошенничеств, в котором, ну, так скажем, нечистые на руку люди стремятся более быстро и более эффективно воспользоваться. То есть многие считают, что все равно безналичная трата денег – это бесконтрольная трата денег. Вот вы как считаете? Нет, я так не считаю. Я считаю, что наоборот, безналичные траты, они обеспечивают более прозрачные свои расчеты. То есть мы можем видеть все свои расходы по их видам, и в то же время мы можем их контролировать, дабы, например, сопоставлять вот некий свой вести личный финансовый план, где я веду свои расходы, доходы, в том числе исходя из фактически произведенных безналичных платежей. То есть мне никуда не нужно записывать, и они, как правило, все остаются в истории тех же самых, например, платежных карт и личных кабинетов по данным счетам. То есть можно провести какой-то анализ, потом скорректировать на будущее свои даже траты, да? Ну, как правило, финансово-грамотные люди это и делают, то есть сопоставляют практически каждый день все собственные доходы, расходы и планируют на будущее различного рода мероприятия. Угу. В рамках проекта «Безналичная Чувашия» организован также конкурс. Вот впервые, по-моему, он будет проводиться для журналистов, блогеров. Что это за конкурс, какие номинации, кто может в нем принять участие? Да, действительно, этот конкурс проводится. Участниками могут стать все штатные либо внештатные сотрудники различного рода СМИ. Это также могут быть блогеры и прочие люди активные, кто имеют определенные аккаунты в соцсетях. Ну, там у нас имеется широкий круг номинаций в данном конкурсе. Это начиная от лучших публикаций в районных газетах, в республиканских СМИ печатных, лучший телевизионный сюжет, лучший радиосюжет, а также различного рода масс-медиа-проекты, реализованные в СМИ, либо, получается, в соцсетях. Какой-то возрастной ценз? Есть ограничения? Нет, в данном случае ограничений абсолютно никаких нет. Здесь мы опираемся лишь на активную позицию и активное участие каждого потенциального участника. Впереди еще много мероприятий. Кого мы на них ждем? И какие точки у нас будут самыми активными задействованы? Ну да, мы ждем в широком смысле всех учащихся. Ввиду того, что это неделя финграмса для детей и молодежи, направлена она будет и проводиться в основном в образовательных организациях. И в то же время мы призываем всех и тьюторов, и лекторов, и банковские организации, кредитные, страховые, сколь угодно, для того, чтобы они пришли на эти площадки, могли прочитать лекции, рассказать очень интересные факты по финсфере, повысить финансовую грамотность вот тех людей, которые впоследствии будут жить и развивать нашу страну. Спасибо большое, Евгений Вячеславович, за содержательную беседу. Я думаю, что наверняка найдутся заинтересованные, и те, кто пройдут на этой неделе различные лекции, мастер-классы, и потом обязательно примут участие в конкурсе. Да, мы будем рассчитывать на это. Спасибо. Спасибо большое. А я напоминаю, это была программа «По существу». До встречи в эфире.